Сука, сколько можно? Всем привет, друзья! Меня зовут Алекс, и я обещал регулярно выпускать видео. Я свое обещание держу, и сейчас мы встретились с классной компанией. Вот ссылочки на вот этих вот всех ребят я оставлю в описании. Чудо вообще монтирует свои видео на iPad, не имея компьютера. Я вообще не представляю, как это. Видео у него получаются очень крутые и классные. А мы сегодня лезем на охуенную крышу. Поехали! Сейчас за собой полностью закрою дверь, чтобы охрана нас просто не смогла достать здесь. Оказывается, здесь есть еще и вторая дверь. И нужно и ее закрыть, чтобы охрана просто вообще никак не добралась до нас. Блять, походу за нами охрана пришла. Сейчас двери ломали. Пиздец. Аж интересно, они нас повяжут или нет? Съёбываемся. Для того, чтобы съебать от охраны, нужно по внешке здесь спуститься. Сука, окно, блядь, закрыто. Пиздец, походу нам не убежать нихуя. Они могут сейчас ебашить дверь, потом подумать, бля, ну если закрыто, их там нету. Идем ко второй лестнице. Так ты не слышишься, ты думаешь, там есть? Чувак, я думаю, я по инсте, блядь, не базарил только громко. Я думаю, было не слышно нихуя. Не, ну я охуел, у меня как раз видосе в инсте должно быть слышно, как тум, да, такое... Блин, ну пацаны, просто когда меня кто-то бьет, я всегда бьюсь тоже. Так что не убегайте. Не, блядь, поверь, если нас будут пиздить, мы будем пиздиться. Что ты можешь сказать по тому, что сейчас творится? Ну, что если все как обычно, ну, всегда это как-то по-новому происходит. Ну, короче, мы не зря двери закрыли. Да, вот как вы чувствуете, как вы чувствовали, да? Ну, конечно, если мы лезли, такое палево было, то тут как это бы... Это там... эти вот кочки по-любому. Я лезь последний, понял, начинаю лезть, я оборачиваюсь, идет мужик здоровый. А, нахуй, здоровый какой? Именно... Я, ну шо, блядь, что мне убегать, все равно вас будет ловить, думаю, я с вами, мне похуй. Я наверх хуяк залез. В общем, выходим второй раз на разведку. Все съебемся, когда они зайдут на крышу, только тихо. Пиздец. Честно, я бы заебался сам, не больше 2 лет. Я думаю, стоит подождать. Либо примемся, либо не примемся, чувак. Стоп, ну, я предлагаю просто... Я бы, сейчас... наверное, 10-15 подождал бы, а потом бы спокойно ушел бы. Не вопрос. Жестко. Нужно, да, нужно убедиться, что они больше ничего не открывают и не ломают. В общем, мы уже отсиделись около получаса на этой крыше, будем спускаться, потому что смысла оставаться здесь нету, и мне кажется, что охранники уже давным-давно забили хер на нас. Короче, съебаем, только снизу надо будет быть аккуратным, подумать, что и как правильно уйти, чтобы нас не спалили. И не этот, и не это. Ну,
Короче, сзади нас припарковалась охрана, которая, походу, приехала за нами на крышу. Мы уже в машине спустились. Блять! Машина охраны стоит. Сука! Вот на такой классной крыше мы только что побывали. Супер! Охрана нас не поймала, мы успешно спустились. Ну и все, я думаю, видео на этом заканчивается. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!